Известная российская рок-группа «Мумий Тролль» выпустила новый клип на песню «Космические силы». Ну и что, сотни групп снимают об этом клипе. Почему мы должны об этом рассказывать? Потому что снимали клип в Карабаше, в Челябинской области. В клипе инопланетный турист попадает на планету Земля. Но все же этому не рад. Он удивляется, как жители Земли успели испортить экологию планеты. Для съемок автором видео был необходим пустынный пейзаж с заводами. И такой как раз есть в Карабаше. И такой как раз есть в Карабаше. Съемки проходили еще лет. Клип можно посмотреть в свободном доступе на Ютубе. И заодно задуматься об экологии родной планеты. Стрегман из Челябинска потащил за собой на веревочке целый большой самолет. Поясню. Стрегман – это значит силач, а речь идет о Эльбрусе Нигматуллине. Кстати, Эльбрус Нигматуллин в начале 2020 года приехал жить в Уфу. И именно там он поставил рекорд. И именно там он поставил новый рекорд. Но мы все равно его считаем южноуральским спортсменом. Эльбрус тащил за собой самолет «Боинг», весом которого 36 тонн. Заметьте, не просто сдвинул, а тащил целых 25 метров. Установка рекорда состоялась 5 ноября этого года. Играет роль и время, за которое спортсмен передвинул самолет за 45 секунд. Региона поступит 200 пульсоксиметров. Пульсоксиметр – это прибор для измерения насыщенности крови кислорода. Уровень насыщения крови кислорода называется сатурация. Это очень важный показатель, говорящий о здоровье организма. Если уровень сатурации низкий, это может говорить о поражении легких. А если уровень хороший, значит нет причин для паники. Кстати, бояться этой процедуры совсем не надо, она очень легкая. Пульсоксиметр крепится на палец как прищепка, никаких уколов, ничего больше не нужно. И с вами были Новосятов! Всем пока-пока!